В 5 часов утра в поселке имени Горького пожарные тушили возгорание на животноводческой ферме, где содержится более сотни голов скота. Спасателей вызвал владелец подворья. Мужчина часто остается ночевать в бытовке, обустроенной на манер частного дома. Почувствовав запах дыма, он проснулся и выбежал на улицу. В этот момент разгоралась крыша жилого строения. Ожидая приезда пожарных, он разбудил рабочих, троих гастарбайтеров, и приступил к самостоятельному тушению. Больше всего владелец опасался, что огонь может перекинуться на хлев, в котором зимуют 40 свиней, 15 коров, несколько коз и овец. К приезду квалифицированных пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. Хозяину фермы каким-то чудом удалось остановить продвижение пламени в направлении еще одной постройки – свинарника. В нем содержалась наиболее уязвимая часть поголовья – свиной молодняк. 30 поросят были спасены. Животных из задымленного помещения эвакуировали пожарные. Упирающегося барана вывел работник фермы. Коров выгнали на свежий воздух без особых проблем. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печной трубы. Владелец подворья версию поджога исключает категорически. На тушение возгорания пожарным потребовалось около 2 часов. Пострадавших в этом ЧП нет. С места происшествия Сергей Полуэктов, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.